В очередной раз члены Пушкинского отделения организации «Боевое братство» приехали на Богородское кладбище, чтобы привести в порядок могилы всех захороненных там солдат, павших при исполнении воинского долга. Ежегодно осенью и весной члены «Боевого братства» приезжают сюда ухаживать за могилами, пусть пока еще неизвестных воинов, полностью выполнивших свой долг перед Родиной. Здесь, недалеко от Ногинска, в 2000-2001 году по решению Министерства обороны при поддержке губернатора области Бориса Громова создали участок, где захоронили останки 266 военнослужащих, личности которых после гибели в Чечне не удалось установить. Перед захоронением был взят материал для продолжения идентификационных исследований. На сегодня установлены личности 129 военнослужащих, 81 из них были перезахоронены по желанию родственников. На воинском участке Богородского кладбища с помощью организации «Боевое братство» в 2001 году открыли мемориал защитникам Отечества. Сейчас ежегодно по инициативе Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» совместно с Министерством обороны России и администрацией Ногинского района на Богородском кладбище проводится День памяти, куда приглашаются родственники павших без вести военнослужащих. И каждую осень члены «Боевого братства» приезжают сюда, чтобы ухаживать за могилами неизвестных пока еще солдат, подровнять газон, убрать мусор, а главное – отдать долг памяти всем, кто не вернулся из горячих точек планеты.